Мы находимся на выставке CPM-2019. Алена, расскажите, откуда вы к нам приехали? Город Архангельск. Я представляю свой бренд «Малыгина Алена» и приехала сюда со своей новой коллекцией «Весна-лето 2020». Ну, расскажите, что нам носить в будущем сезоне? У меня достаточно интересная одежда, то есть это рассчитано на такой, на люкс. Вот, то есть трикотажные мягкие ткани, таких немного пастельных оттенков, натуральные ткани. То есть что самое главное, что все комбинируется между собой. То есть, да, какие-то такой небольшой трансформер коллекции. А почему именно такой выбор? Ну, мне кажется, что у нас так много одежды, и все время хочется каждый день выглядеть по-разному. Вот, и думаю, что со смены цветов какие-то маленькие элементы в одежде, то есть можно как-то менять, комбинировать. И... Спасибо большое, хорошего вам дня и удачного времяпрепровождения. Спасибо.